служить верно, входила еще в кодекс дворянской чести. Таким образом, имела статус этической ценности, нравственного закона. Провожая сына в армию, батюшка наказывал: «Служи верно, кому присягнешь. Слушайся начальникам, за их лаской не гоняйся. На службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся. И помни пословицу: береги платье с ногу, а честь с молоду». Александр Сергеевич Пушкин, капитанская дочка. Такие наказы воспитывали настоящих героев.